sift 700 grams of flour to separate with oxygen and get rid of impurities. Просеять 600 грамм муки, насытив ее кислородом, избавив от посторонних примесей. Add a teaspoon of salt and lightly beat them. И добавить чайную ложку соли и слегка взбить их. Add 3 tablespoons with light thick cream and mixed slightly mixed. Добавьте 3 столовые ложки с горкой сметаны и слегка перемешайте. Now, quench with vinegar 1/2 teaspoon of baking soda. Сейчас погасите 1/2 чайной ложки соды в столовом уксусе and mix well, и хорошо перемешайте. Now, grate 130 grams of cold butter in flour and also quickly make a crumb out of it. Быстро натрите в муку сливочное масло и также быстро сделайте из нее крошку. Масло у меня 113 грамм. Pour the mixture into the flour and quickly knead the dough. Залить смесь в муку и быстро замесить тесто. Вынеси тесто на рабочий стол, сформировать с него форму шара. Положить в целлофановый пакет, отправить в холодильник на 1/2 часа.
it must be quickly collected in a shape of a ball, put into plastic wrap and sent for half an hour in the freezer. My dear, here I have chicken breast, 1 kilo 700 grams. It must be washed and slightly dried and cut into small cubes, as in my nationality food манты. Мои дорогие, у меня здесь грудинка курицы, 1 кило 700. Ее нужно помыть и немного обсушить, и нарезать мелкими кубиками, как на мое национальное блюдо манты. Now put it slightly freeze in the freezer. It will be more convenient than to cut. Теперь можете поставить ее слегка подморозить в морозильник. Тогда ее удобнее всего будет резать. But for now, let's take onions. For so much meat, I need half of it. That is 850 grams. Shred it finely like on manty. Since chicken breast is dry, I will lightly braised the onions to transparency at high temperature in 100 grams of any fat. I have beef tallow. Так как грудинка курицы очень сухая, то я слегка запанирую лук до прозрачности на высокой температуре в 100 граммах любого жира. У меня говяжий жир. Add almost a full spoon of salt and dry pepper, spices to your taste. I'll add 3 kinds of black pepper and red pepper and dry garlic, then onions, and mix everything up. Я же добавлю почти столовую ложку соли, 3 вида черного перца и красный чили перец и чесночную сухую приправу. Вы же добавляете специи, те, которым отдаете предпочтение. Все по вашему вкусу. And little bit my dungan
spicy seasoning and Louisiana hot sauce. И немножко я добавлю Louisiana острый соус и немного своей острой дунганской приправы лаза. And onions and mix well. Let's do some flour at the jar and sprinkle the desk lightly with it. А значит, немного займем муки у баночки и слегка сбрызнем рабочий стол мукой. Get the dough, divide into equal parts. Big put down. Let's cover the pie. Значит, разделим тесто на две неравные части. Большую положим вниз, а меньшей частью накроем пирог. Bake until golden brown at 356 Fahrenheit. It is 180 degrees Celsius. Выпекать до золотистого цвета при температуре 356 Фаренгейт. Это 180 градусов Цельсия. Вот такая прелесть. Beautiful.